Вы сейчас напомнили мне человека, который приходил в наш дом, когда я был ребенком. Мой отец тогда говорил: «Наблюдай за ним». Что я и делал, когда он приходил. Но ни разу он не сделал ничего выдающегося. И я его вам напомнил? Как-то раз я был в возрасте вашего сына. Наш дом захватила группа вооруженных людей. Их было много. Моего отца избили, мою мать избили, этого человека, друга отца. Его тоже били. Я наблюдал за ним. И каждый раз, когда он падал, он тут же вставал. Они били его сильнее. Но он все равно вставал. Думаю, поэтому они перестали его бить и сохранили ему жизнь. Стойкий мужик. Помню, они так сказали. Стойкий мужик. Вот так называют того, кто не сдается. Кто не сдается?